Дядя, тетя, здрасте. С названия поняли, что не греет печка. В первую очередь, что нужно смотреть, это нужно смотреть сам кран. Потому что часто такое бывает. Проблема с краном. Потом уже, если кран в норме, то можно подключить проточную воду, отсоединить печку. Это верхняя часть, отсоединить печку от блока и чтобы просто вода вытекала, и проточной водой промыть. Если промыли и попробовали заново запустить, если не греет, то уже можно, нужно будет разбирать саму печку, снимать. Ну, в нашей ситуации видно, что заслонка, она стоит на месте. Чуть-чуть он двигается, и все. Открыться она никак не может. Чтобы сейчас не искать переходник, можно просто просверлить тут большим сверлом. Сейчас покажу. Вот одно, что прогнал, отверстие то есть без проблем, но можно было сделать это, получается, сейчас в закрытом состоянии, надо было перевести в открытое, просверлить, и тогда, ой, было бы хорошо. Ну, чтобы не путаться, когда там переключаешь. Ну да ладно, привыкнет, пока не поменяет. Там столько грязи, можно, вот сейчас пополоскал, вроде бы ржавчины полно оттуда вылетело, уже больше ход есть, как раз оно от отверстия чуть-чуть прикрывает, то есть можно будет регулировать еще сам, ну, самим краном, чтобы не было сильно жарко, потому что в декабре у нас еще будет плюс 12. Так что еще тепло будет. Так что для регулировки пойдет. Но на этом, наверное, все. Температуру я вам внутри не покажу. Но результат, что не работало, что было холодно, вот он результат. Даже получилось регулируемо. Если просто переходник поставить, то будет сильно жарко, то есть не порегулируешь. Можно сделать переходник с обычным полуоборотным краном, и можно самому будет там выставить, ну просто что под капот придется лезть. Ну, как-то так можно выйти с этой ситуации. Всем спасибо за то, что смотрели, всем большущий приветище по всей диагонали, и самое главное, не болейте. По скриптум, как без него. Да, может, кто-то скажет, что можно разработать. Ну, вот ход какой. То есть там выработка. Здесь-то все работает. Заклепка, пол тоже крутится. То есть там внутри уже выработка. То есть разработать можно, но не так будет греть. А так будет жарить вовсю. Так что как-то так. Он прикрылся, и все. Так что, кто будет возмущаться, не надо, не вздумайте писать плохие комментарии. А то буду банить, а то достает это все. Вам нечего делать, вы строчите их, только нервы портите.